Доброе утро. Мы опять на Байкале. На Байкале в одном из наиболее живописных мест. Ну вот эта пасторальная картинка, коровки, луга, озерная гладь, я думаю, является хорошей иллюстрацией моих слов. Но самое важное, в этом месте, в селе Посольское, располагается одноименный монастырь. Вернее, наоборот. Село образовалось после того, как в 1651 году здесь появились первые поселения монахов, которые отмаливали смерть послов, направлявшихся в Монголию. Почему, собственно, и назван монастырь посольским? Потому что именно этому событию, гибели первых послов, посланцев из России, посвящена эта обитель. Нас очень тепло приняли. Монастырь очень интересен по своей истории, как вы уже догадались, по своей архитектуре, по внутреннему убранству. Рядом берег Байкала, тут же рядом залив с теплой водой, где можно проводить какие-то часы отдыха, купаясь в парном молоке, настолько теплая вода. На горизонте видны горы, здесь же есть лодочки рыбацкие, здесь же есть какая-то вот пасторальная жизнь деревенская. Я думаю, что нашим художникам должно быть здесь интересно. Мы очень надеемся на то, что мы в 2022 году увидимся здесь на планере Русская Атлантида.